Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет, ребята, с вами Тица и Котик. Мы жарко. Достаньте. Мы будем играть в Кубок Норвей. Побег от родителей. Йо. Сейчас мы выберем сложность. Так. Забава не работает. Тоже. Вот эти. Сидится бантиковые. Вот сижу за ним. Вот за что я им могу. Кстати, это дом рыбака. Маньяк. Который он самый лучший. Маньяк. Так. Сейчас. Так, появились у себя комнате способ, чтобы незаметно свалить из дома. Мы появились у себя в комнате. Манка нас не выпустила на улицу, потому что он плохо ел себя на уроки. Короче, вы тоже не... Уже иду! Сейчас. Ну же! Ну! Как там? Да куда ж ты? Ты там? У костра. И чё? Я думал, она меня заметит прямо так. Я думал, она меня увидит она. Да забей ты уже! Я! Третий раз уже! Вот я так опозорился. Ну, было бы... хитрить с таких наказанков. Все, что я могу, это только получить ремня под задницы. Ремня под задницы. Ладно. Короче, сложно, это вообще фигня какая-то, блин. Что мне вот за... Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки. Из-за какой-то училки. Это ты училка, блин. Сейчас кто-то доиграется. Это не я не доиграюсь, маманя. Глазкая. Да, блин. Ты что, совсем тупой? Это ты вообще тупой. Он меня тут называет тупом. Я не тупой, блин. Блин, это сложность. Это вообще, блин, фигня. Так, давайте что-нибудь другое. Нормально вообще. Так. Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Иду. Сейчас. Хватит, дураки! Опа-на! Я читер. Хорошенького.
По-моему, я попался на отразитель. Ладно, идем, идем как по кругу. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Ты сама сюда, сама ты и убирайся. Ладно. Наказание такое скупое на ролле, это себе нормально? Ну, немного безусловно. Как пройти? Скупой на ролле? Так. Постой-ка. У нас же есть доска. Что у них тут? Что, доска появилась? Они инвалиды в команде. И что там? И что, ладно. Мухтар! Мухтар? Мухтар, ты чё, блин? Надо тебе подметать, надо у тебя подметать дома. А то у тебя... Дома у тебя грязно тут, вонючая. Всё. Всё, я пошёл. Короче, я пойду. Короче, я пойду в ней дом. Я что за язь не вижу? Давай! Всё. А, это прям интернету. Нет, это, наверное, фигня чуть-чуть, но... Думаю... Она заметила почти! Дайте мне залезть отсюда! На! Ну ладно! Это еще какие-то лапы. Ладно, попробую. Не будешь учиться, всю жизнь мести дворы будешь. Сейчас я тебе ноги почищу. Ну вот можете же всегда, что так не играете, а? Господи, бачок Вася с ума сошел. Бачок Вася с ума сошел. И бачела. Блин, он же. Ну хоть что-то у тебя получается. Давай пивом за учебник. За учебник. Ладно. Другого выхода у нас нет. Ладно. Так. Ребята, вы знаете код Андрея? Конечно же... Так, Андрей? Так, Андрей... Андрей, да это сети два. Все. Так, Бася, правим там. Не могу купить. А мы у нас все на крюке. Лишь бы не спалиться. А я не поняла. Че это у тебя дверь открыта? Делаешь вид, что учишь уроки? Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Сапматы, а, ты сам знал за это, мама, не...
Ладно, давайте чуть-чуть закончим. Это, наверное, сложно и нормально. Ладно, всем пока. С Кубой, наверное, играйте. Побегайте от родителей. Даже забава будет и ужас. Потому что там рыбак-маньяк будет похитить Андрея. И он спасать. Да бейте уже! Ладно, всем пока. С Кубой, наверное, играйте. Всем пока.